Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Привет. Здравствуйте. Привет, привет. Рэп-перископ, майки.орг, заходи, что-то там, не пожалеешь, бро. Понимаете, да, всю эту хуйню? Микстура, здорово, здорово. Да, я твой страх. Салют, салют. Здравствуйте, Лиля. Яу. Давайте до соточки подождем и начнем. Оба Гашан, здорово. Это Микс, мадафак, Микс, да. Оба Миха, здорово. Все свои, бля, Гашан, я тебя тоже люблю, бро. Я тебе сказал, Лили, привет. Трек топ, спасибо. Че, соточка уже почти набралась. И... Нет, еще не начинаем. Как батл с парагримом? С каким парагримом? О, привет, сейчас поговорим за жизнь, за все, короче. Итак, соточка уже здесь. Я хотел... Слышно меня вообще, нет? Меня слышно, нет, пацаны? Пацанчики, меня слышно или нет? Есть династ в инсте. Привет, Катя. Я твой... А ты, бля, это как Шальнаевна, понятно? Вот я твой Страхович, не так хуёво звучит, а вот Шальнаевна вообще смешно. Короче, я хотел поговорить с вами об итогах первого раунда Фрешблада. Начнем по порядку. Типа... Я сейчас просто буду, высказывать свое мнение по поводу батла, а вы потом будете, говорить, в чем вы со мной согласны, в чем вы нет. Короче, первый батл встречи был мой и Браги. Я своим выступлением доволен, кроме пары моментов. Короче, я об этом с многими людьми уже разговаривал. И поначалу вообще я себя реально как пиздюк вел. Хуесосил всех, короче. Да я и так всех хуесошу. Вот, но реально, вот эта хуйня про слово СПБ, про что-то там, про псайбу, была не в тему, короче. То есть я не причастен никак особо, не был на тот момент к Версусу. Про слово СПБ вообще молчу, и это было такое, лишним ходом, короче. В принципе, так я вообще своим выступлением доволен. То есть я там, короче, не волновался особо, и было здорово. Вот, Браги. Естественно, хуёво, что он забыл первый раунд, но это... не отменяло того, что он неплохо выступил. То есть мне нравится в Браге, что он реально уверенно подает. То есть он стоит такой, и все, давай. И начинает накачивать. Я смотрел на него и реально, порой даже верил ему в каких-то местах, что он, искренне сейчас говорит, что там ненавидит меня и вся такая хуйня. Вот, но это единственный был его плюс в том, что он уверенно подает. А так я вообще особо, не волновался, потому что я знал, что он начнет рассказывать всякую хуйню. Вот, и скорее всего, именно поэтому я выиграл. Не потому что, он забыл, а потому что, я знал, что он расскажет. Вот.
Ну и как бы момент со Смоки, короче, что ну реально так хорошо повлиял на батл. Вот. Так. Альбом будет? Будет. Распишись мне на груди, распишусь, Гоша. Салам из Минска. Привет, Минск. Рост у меня большой. Самый жаркий батл. Как из Бурятии смог выбраться? Да, бля, на конях приехал. Вот. Ты охуенен, спасибо. Как Окси в жизни? Хуй знает. Не видел его ни разу. Какие сиги куришь, бля, как же меня радуют эти вопросы. Какие сиги куришь? Ты молодец, выделяешься. Я разделяюсь. Раз на раз, 3.15. Нахуя маску надел, это твой минус. А, во, про маску, кстати, у меня был заготовлен флип. И если бы я читал вторым, а не первым, как я все-таки сам захотел по жеребьевке, то флип бы сработал. Короче, я потому что знал, что он будет доебываться до вот этой хуйни, что я кричу, я твой страх, как он говорит, я твой страх, я твой страх. Вот, и у меня был, короче, хорошо заготовленный флип на это. Что типа там у страха нет лица, поэтому что-то там... вот, ну я типа такую надевал маску и орал ему в ответ как бы. Вот, но это не сработало, так как он рассказывал в третьем раунде и заканчивал этим батлом. Ты нацист? Нет. Ты охуенно батлишь. Смоки умеет связно разговаривать? Смоки охуенный мужик. У Браги был текст сильнее, у тебя подача имхо. Мне кажется, тебе именно текстовую составляющую стоит потянуть. Плюс у тебя бывают очень нелепые моменты, когда хочется проломить череп фейспалмом. Да. Не везде текст был хуёвый, и правильно, как заметили судьи, были такие себе рифмы, но я исправился, мужики, блядь, смотрите, следующий батл, там будет мясо, просто пиздец. Привет, Эстонск, привет. Как Миром помогает? Кормит фалафелем нас. Как носишься к Смоки? Смоки пиздатый чел. Скоро видосы второй встречи? Да, скоро. Любишь хаски? Собак, в смысле? Как тебе фара? Как сам считаешь, с криками переборщил? Не, кричать всегда буду, как бы, не думайте даже, я постоянно буду, типа, на такой хуйне вывозить. И никого это не заебет, блядь, потому что они все будут обоссываться там, когда выйдут. Какой рост у тебя? Да, блядь, как бы, в смысле, какой рост, мужики? Ну, типа, похуй же вообще, как бы. Против Парагрина. Бро, как тебе Парагрим? Парагрим, Маргарин, ёп. Не, Маргарин охуенный мужик, типа, он и в жизни пиздатый мужик, и типа батл-рэпер из него, ну, такой, типа, вообще пиздатенький, мне он нравится, короче. Как он... Мне не нравилось, как он батлит, привет, Софа. Мне не нравилось, как он батлил, типа, на своих старых батлах, где-то там, ну, я потому что смотрел. Вот, а так, в принципе, то, что он выдает на ФБ, это, типа, круто. Чем пахнут ладошки Мирона? Фалафелем. Микси, передай привет станции крепостной, привет станции крепостной. Сколько за батл платят? Ну, по... Обычно, короче, платят по 4 миллиона. Вот, но нам дают по 5,5, потому что мы молодые и свежие, денег нам надо больше. Станите, пожалуйста, Палндропова. Летай, зашел с ним на совместку, и теперь с 8 до 9 июля собирается тоже бухать с ним. Останови их, они умрут же. Бля, Палндропов, его не остановить, нахуй. Палндропов машина, блядь. Прямо профи собрались батлеры со стажем многолетним. Да, стопудово, блядь, типа. Закодирую. Тут тебе все пишут, передай привет туда-сюда, передай Селенге. Да, Селенгинск, нахуй. Всем привет, пацаны. Го на мой бит зачитай. Как Огил отношусь. Да я говорил уже, как Огил отношусь не раз. Умеешь. Так, короче, видимо, по батлу со мной Парагрим вопросов больше нет. Есть, короче, давайте так. Если есть вопросы по батлу со мной Парагрином, отвечайте, ой, задавайте, я отвечу, и мы перейдем просто дальше. А потом уже, ну, поговорим о жизни. Не люблю футбол. Здравствуйте всем. Ладно, по батлу со мной Парагрину нет никаких вопросов. Переходим дальше. Второй батл. PM and Rage. Тут все очевидно. Несмотря на то, что PM забыл текст, вы сами видели, что он выдает. Вот серьезно, сейчас типа без всякой хуйни говорю. PM это, короче, ну, я прям фан его, короче. Я прям вдохновляюсь его батлами, потому что он, ну, он прям режет оппонентов. Он выходит, и он прям режет, чуваки, это реально, типа... Очень охуенно. Вот. Enrage.
У него были пару моментов, хотя, несмотря на то, что это три раунда про жирных, у него были пару моментов, с которых я реально, типа, проугарал, и это было, ну, как бы, прям в кассу. То есть, типа, если бы ты хорошо готовился к батлу, ты бы похудел к нему, там, ну, типа, такая хуйня. Вот, но, в принципе, типа, это было достаточно очевидно, и я полностью согласен, что Рейнджу нельзя было выигрывать с таким текстом. О, Диман, Леха, Москвин, всем салют, Кать, передавай всем своим, типа, пацаны, я с вами. ПМ на старых строчках про Димасту хорошо сделал. Да, это было прям, это, короче, тот момент, когда Enrage просто упал. Ну, то есть, это реально был, ну, колоссальный прям проеб. Вот это было прям под ребро прям залез. Почему ты не был злым с Парагрином? Как думаешь, это выиграет с Бови? Привет с Узбекистана, ты в тюрьме не сидел, я не сидел в тюрьме. Да, в смысле, блядь, дело-то не в том, что Enrage батлил баянами, он делал это не прикольно. Можно было сделать три раунда про жирных пиздаты, но нет, это было такое себе. Дальше, третий батл, чей был третий батл? Летай и Сойер. Сойер, бля, Сойер мне вообще не нравится. Я не знаю, как чувак, короче, будет развиваться, ну, на протяжении сезона. Но я в нем вообще абсолютно ничего не вижу. И типа, у Летай был не совсем, типа, сильный текст, чтобы прям, вау, нихуя он там его замочил. Но это было, типа, прикольно. То есть, в плане того, что... Но он выделился на фоне Сойера. То есть это было реально видно, что как бы Летай доминировал в этом батле. И поэтому тут тоже как бы победа его абсолютно оправдана. Типа. Вообще все судьи, которые. Ой, все батлы, которые судятся сейчас на ФБ, они судятся максимально адекватно и, ну, типа, по-другому быть не может. Правда ли, что тёлку с классным текстом могут взять на фрешблат? Конечно, могут. Дальше. Третий батл какой был? Третий батл какой был, ребят, напомните? Палмдропов, по-моему, с Бови, да? Вот. Короче, Палмдропов охуевший вордплеер, то есть серьезно, ну, то есть он знает, как это дерьмо делается, и, короче, постоянно, сколько раз мы с ним бухали вместе, он просто сидит, вы принимаете, чуваки, Палмдропов такой садится бухать, мы общаемся что-то, и он такой, а, я, смотрите, что придумал, и такой бах, нам какой-нибудь вордплей заебашит, и это, ну, проходит 5 минут, все, ну, как бы похихикали, посидели. Пообщались, и Палмдропов такой, уа, смотрите, что я придумал, это пау, опять вордплей какой-нибудь выдаст. Вот, ну, типа, естественно, на том батле это в его сторону не сработало. Хотя и Витя Бови мне не понравился, и может быть 3-0, не тот счет, короче, с которым при такой системе судейства, которая была еще на первом раунде, не знаю, не особо круто. То есть, наверное, бы, может и нет, но скорее бы всего я бы отдал бы голос Палмдропу. Ну, не знаю, потому что мне Витя Бови, ну, типа, не понравился там, ну, как он выступил на первом раунде. Вот, а так, ну, типа, там тоже, в принципе, все понятно. Куплю за тебя, смотрел футбол, дорогой чувак, да тебе все не нравятся эти игры. Не, блядь, я же сказал, что мне, ну, нравится, как Парагрин батлит. Дальше у нас был Династ, ой, тьфу ты, Джон МакКоннон и Маргарин. Бля, тема такая. Маргарин выиграл, но МакКоннон не проиграл. МакКоннон это тоже чувак, короче, который принес Versus что-то. Вот, допустим,
Кто пытался, ну, как-то fast flow, короче, врубай так, и типа, чтобы это было, ну, красиво, чисто на Версусе до этого. Не знаю, были, короче, у многих моменты, конечно, такие, но... Не знаю, как это делает Джон. Такого еще, мне кажется, не было. И у Джона есть большие перспективы на то, чтобы развиться и стать охуевшим МС. Вот. А Маргарин, ну, типа, Маргарин пиздато сделал. То есть, ну, все как надо, по батлам все такая хуйня. И, то есть, ну, типа, тоже было вполне оправданное решение. Вот, дальше. И последний батл Династ с Майлзом. Блять, как же я вообще стоял и разочаровывался в Майлзе. Я просто с каждой его строчкой думал, ебаный в рот. Потому что на отборах мне он понравился. Я даже после отборов к нему подошел, говорю, да, чувак, ну типа прикольно. Но то, что он сделал в первом раунде, вообще никак. Он пытался еще как-то врубать типа флоу, вывозить за этот счет, но он... сжирал буквы, короче, и типа это не звучало совсем абсолютно. Вот, а Династ, красавчик, реально просто, Династ знает, что делает. Вот, и по итогу 4-2 получается счет общий. Как, блядь, и... очевидно, нахуй, что команда злых голубей, нахуй, расправится с этими... пушками. Вот, но мы не будем возбавлять темпы, мы будем развиваться, мы будем делать жесткое дерьмо. И кажется, все думали, что Майлз разобьет. Да, стопудово. Здравствуйте. Кого считаешь самым слабым? Самым слабым на ФБ? Чего ожидал Династ и произошел ли он конкретно твои ожидания? Да, Династ произошел мои ожидания, потому что на тот момент, когда вышли отборы, ну, то есть были отборы, мне Династ не особо, типа, вкатил. Ну, он как бы знает, что такое панч, но у меня там Кицуга прыгает. Кицуля, кс-кс-кс. Поздоровайся с подписчиками. Привет, подписчики! У-у-у! Вот. Династ меня удивил. Династ опыт, да, все-таки, конечно. Ты съел Парагрина, не знаю, о чем вы, 5-0 России. Да заебали с этим футболом, блядь. Давайте не будем говорить о футболе. В Инстаграме футбол, блядь. В Твиттере футбол. Везде футбол, блядь. Не люблю футбол, вообще пиздец. Фейспам, да, да, да. Миксы будут в ближайшее время, еще треки. Да, готовится релиз целый. На секундочку. Когда новый трек? Не знаю, когда точно, но все скоро. С кем хочешь забатлить Сосновы? Блять, да я много бы с кем хотел забатлить. С Оби-Ваном бы забатлился на данный момент. Ну, то есть, Оби-Ван, если ты это видишь, приходи после Фрешблада, сделаем с тобой батл. Будешь дальше удивлять стопудово. Браги не разъебал, но и не проебал. Ну, проебал. 2-1 по раундам он проебал. Ощущаешь для себя Династа и летаешь жестким оппонентом в конце ФБ? Мы не будем батлиться между собой. Вам Окси помогал писать панчи? Все текста нам писал Окси. Откуда у тебя кошка? Почему я ее не видела? Ну, блядь, она недавно появилась. Это подруга, короче, уехала в отпуск и оставила мне кошку. Да, я в СПБ. Что чувствовал, когда позвонил Окси, сказал, что взял тебя первым? Он не говорил мне, что взял меня первым, но когда... Короче, там был тот момент. Получается, прошли отборы, и нам... Ну, они на следующий день отбирали, получается, всех. И время уже, типа, 9 часов вечера, я, ну... Смотрю фильм, думаю, ну, бля, не прошел, короче. Я вот позвонил Окси и говорит, бля, чувак, готов разъебывать. Я говорю, на 100%. Вы бы видели мою рожу, блядь, тогда, когда я скинулся, нахуй. Это, блядь, картины маслом просто. Как зовут кошечку? Кошка зовут ее. Как к Шоку относишься? Никак не отношусь к Шоку. Йоу, привет, как тебе Картрайт? Картрайт охуенный, Картрайт респект. Браги был как желешечка, может быть. Что будет после Версуса, пока неизвестно.
Трек Impala очень зашел. Кстати, по треку Impala, это, чтобы вы понимали, на будущее, это не тот рэп, который я собираюсь сделать. То есть, мне просто скинул бит Bake It Milk. Все нахуй подписывайтесь на Bake It Milk прямо сейчас, на Thunder Club, вообще на всю нашу томскую тусовку подписывайтесь. Вот, мне скинул бит, и типа, ну, как-то там за пару часиков вот вылилось вот то, что вылилось, и плюс Саня еще это смастерил, свел охуенно, и я такой думаю, ну, бля, надо залить, типа, я не хочу, чтобы этот трек пропадал. Погнали гулять, не знаю, посмотрим. Микси, тебя видели с девушкой? Нихуя себе! Меня видели с девушкой! Что вам там текста Окси написал? Ты серьезно? Да, все батлы на Окси пишет. Как тебе скриптонит? Ну, нормально, круто. Луперкаль охуенно же, да, Луперкаль круто. Сколько лет тебе? 21. Привет из Крыма, привет, Крым. Леха Медь говорили, что браги тебя изи вынес, не знаю, почему он так решает. Леха Медь! Лёха Медь, привет! Ну что, Лёха, тебе не нравятся мои батлы? А может быть, ты расскажешь, как ты хотел позвать меня к себе на стрим и взять у меня интервью? Да, блядь, чуваки, какой, блядь, Лёха Медь, нахуй. Ну, ай, блядь. Как тебе? Хочешь идти на БМ? Кто-нибудь тебе... Из них нравится, из БМ, да, мне много кто нравится. Ты милый. Я не милый, я прыщавый, урод какой-то, блядь, еще не подстриженный, хуйня какая-то. Леха Медь дал. Ну не то чтобы дал, ну чувак, ну реально, типа, как, чем он занимается вообще, почему, зачем, нахуя? Это не знаю, это странно очень. Паша Техник, респект. Когда волосы будут? Когда отрастут? Зачитай. Позже. Скажи мне, что я красивая. Хуй знает, чувак. Джубили норм. Тип Джубили, кстати, да. Короче, ну он такой, понимаете, он весь такой на движе, такой всегда там типа, йоу, давайте покажем охуенный батл, как мы делаем это в Питере, весь такой, типа, вау, на стайле, короче, чувак. Прикольная тема. Расскажи о бэкграунде, о каком бэкграунде? Вызови на батл Леха Мети, поставьте Бабангиду в суде, да, конечно. Как долго речь отрабатывал? Ну сижу такой, отрабатываю речь каждый день, типа. Стримы за Б это лучшие стримы в мире. Был в Лондоне, ну конечно был, блядь, я же из Бурятии. Почему ты не берешь меня в ДР? Да, блядь, я... чуваки, без обид, но я не добавляю никого в друзья, с кем лично не знаком. Ну потому что, бля, нахуя мне в личке, типа, куча людей, которые будут писать мне, которым я не буду отвечать, и типа, ну, только мусор, типа, и вас напрягать, и себя, ну, ни к чему это все. Как Окси в реал лайф? Считаешь ли Смоки Мо хорошим рэпером? Да, Смоки Мо хороший рэпер. Как тебе летай? Я только что говорил. Галат норм, тип. С Галатом особо не общался. Сколько времени уходит на запоминание текста? Скажу вам так, что последний мой батл я написал за 3 дня, и за 3 дня его выучил. Как тебе Гарри Топор? Гарри Топор как рэпер, как человек. Ты рад, что теперь популярный? О, я рад, что я теперь популярный. Господи, подписчики, привет. Сука, блядь, все вопросы какие нахуй. Сколько тебе лет, говорил? Популярность тебя изменила? Да я никогда меня не изменит. Какая, блядь, популярность? Чуваки, я простой пацан, там, блядь. Че, химку курил? Клей пыхал. Пойдешь на батл с Машного, я не знаю, кто это, Кяхта или Джида. Блять, ну как когда, короче, типа, не знаю, о, и Кяхта, и Джида, заебись. Как родился я, твой страх? Короче, на самом деле, я, по-моему, подсмотрел эту фразу как, ну, типа, как такой
я не помню у кого, но, короче, вот эта хуйня, когда я на отборе задевал шапку и кричал прям так, она родилась на батле. Я должен был просто сказать, типа, я твой страх. Но, сука, я не знаю, что меня сподвигло к тому, чтобы заорать это. Когда фит с Окси вчера. Чё мама говорит? Мама вообще радуется, пиздец, за меня. Типа, говорит, разъёбывай их микс, типа, ебашь каждого. Кто из самых сильных на ФБ? Конечно же, я и еще вся наша команда. Ты из гетто, как будто, когда фит с Окси. Мутил лейбл свой, СЛГ, да, блядь, я хочу татуху, короче, такую себе наделать. Хочешь импалу? Конечно, хочу импалу. Ты будешь мутить под автотюн или это новая школа, так как эксперимент? У меня не было ни одного трека под автотюн. Хочу от тебя детей. Не, не хочу детей. Почему не галат? Теперь что не галат? Про Грин охуенный говорил уже. Сильный выдал, сильный из команды Смоки. Я уже говорил об этом. Но на данный момент я хочу добавить, что у них прибавился еще один сильный чувак, которого я реально теперь хочу забатлить. Это Рвитя Бови. Как палить на оппонента весь батл? Вот так вот. Йо. Я выхожу на батл. Ты, сука. Говно. Батл закончен. Когда трек? Скоро все. В натуре, почему вы постоянно сбиваетесь во время... Бля, это была забавная хуйня. Мы это придумали, по-моему, еще на первой встрече. Но решили отрепетировать это только в день до батла. Ну и такие, типа, все повторили вроде, как бы все заебись. И в итоге выходим, и все сбиваются. Хотя, по-моему, кто-то один не сбился. По-моему, это был Палмдропов. Или PM. Вот, но это было очень забавно. Ну, это такая, типа, была и фишечка, понимаете. После того, как батл возьмете, какие планы? Мих, да ты знаешь, какие планы. Самые, блядь, великие, нахуй, планы у нас. Хотел бы батл с Гнойным, нет. Кого из оппонентов считаешь для себя серьезным, интересным для тебя? Я это уже сказал. Как тебе Майлз? Я уже сказал по его первому раунду все, что думал. Я на него ставил большие надежды, но он не оправдал их. Как ты придумал свой ник, Микси? Да, просто как-то в один определенный момент все мои кореша называли меня просто Микс. Да. Вот, ну, типа, микс, потом был как-то микс, а потом такой, типа, ну, как-то микс, не знаю, что такое, ну, и такой, типа, похуй будет, типа, что-то микси. Делаю рэп в агрессии, я делаю агрессию в рэпе, понимаешь? Куда миллион денешь? Я не буду забирать себе весь миллион. Ты сейчас в Питере? Да, я сейчас в Питере. Вчера ночью Смешарик с Ильтаем выходил в эфир. Он меня звал, но я, по-моему, что-то обкурился, короче, не мог никуда выйти. Алфавит норм тип? Да, Алфа крутой тип, мы с ним что-то так даже пообщались немножечко. Почему не Галат теперь судит, а кто судит? Да все там будут рэперы судить, типа просто они будут порой меняться, как бы. Вот, и так что вы можете увидеть Галата. Еще. Че там жрешь, Ролтон? Волоснина, не знаю тебя, бро. Нет, я только на дошираке сижу. У вас же 13к жителей, да, у нас 13к жителей. А, 13? Да ну, 30 же. Или, может быть, я перепутал. С кем ты общаешься хорошо? С кем из команды? Мы со всеми из команды пиздато общаемся, все нормальные. Blackstar заебись, Blackstar рулит. Blackstar нахуй, величайший рэп-лейбл нахуй. Рикеев будет судить, да, Рикеев судил. Джуб или Гнойный? Джуб. Тридцатка нас, тридцатка стопудовая, я так и знал. Ебаш, дальше охуенно сделал это на батле с Браги. Надеюсь увидеть разъеб в следующем батле. Я вам отвечаю, буду из батл в батл просто, ну, типа, расти.
Галат судил против команды Окси два раза подряд, и поэтому его сразу выкинули из судейства. Лол, ну, наверное, это случайность. Да, это случайность. Нет, это не случайность. Веришь в Бога? Ты про это? Это символ моей любви к моей бабушке и к моей семье. С Богом это тяжелый, блядь, вопрос, пацаны. Не хочу сейчас с ним говорить. PM в Real жизни тоже молчит. Да он вообще, блядь, мне понравилось на последнем ивенте, короче. Он такой ходил, он, короче, подбухал немножечко. Ну и ходил такой пьяненький. Постоянно что-то ходит, молчит, такой с рюкзачком, такой, блядь, чисто PM-чик, чисто, блядь, PM, нахуй, вот, сука. Футболка от Рудбоя, да, футболка от Рудбоя. Кому лучше относишься, Мирон или Элван? Кто такой Мирон? Нахуй ты такой популярный, ты стал заебал. Да бля, это не популярность, понимаешь, все только начинается. Все только начинается. Давай закричим своим подписчикам. Подписчики, здорово! Смотришь РБЛ? Да, смотрю РБЛ. Не все батлы, но пытаюсь наблюдать за всей хурмой. Ты специально про Шока игноришь вопросы, что ли? Да, бля, ну я не знаю, ну чё, ну Шок, ну, блядь, чё он делает-то? Как к нему относиться, типа? Ну, раньше делал крутой рэп, сейчас не знаю, чё он там, кто он там, чё про него говорить-то? Говори мне за рэп, да? Какое у тебя образование незаконченное, высшее? Берёшь технику западных батлов, вдохновляюсь ими. Поздравляю с победой в первом батле, надеюсь, следующий будет с победой в финале. Стопудово. Какие вещи взял в магазе? В каком магазе? Когда альбом? Скоро. Как тебе Оби-Ван? Я его вызвал на батл. Оби-Ван, выходи на батл. Сохрани эфир. Да, блядь, там этот рэп-перископ все сохранит, нахуй. Когда первый батл второго вента? Не знаю, честно, когда они будут выходить. Смеялся, как полндроповое пиво облили. Да, мы угорали, мы даже мемчики, по-моему, такие локальные делали. В курсе, что вам с Окси шиперят? Бля, ну Оксимирон, ёпта, или Блэкстар? Блэкстар. Ну, чё за глупые вопросы, пацаны? Оксимирон или Блэкстар, ебать? Ну... Смотрел «Россия Саудовская»? Не смотрю футбол, пацаны. Про Рамиреса игноришь, почему? Не видел. Давай, как я учил. Чё ты учил, Гош? Научите династа рифмовать, девас нормально рифмует, вроде. Не знаю. Я хуёво рифмовал на своем первом батле. Нравилось учиться на журналиста, почему бросил? Бля, тяжелый вопрос. Ну, факультет журналистики в ТГУ именно, это, ну, бля, прикольная тема. Там такой, типа, вайб свой есть, все такие кореша, типа, вот. Но тёлок дохуя, поэтому дохуя сплетни, типа, а числился? Ну, вы сами понимаете, где я сейчас, типа, и я не мог совмещать и то, и другое. Что взял в магазине Рибок? Я видел, как ты на видео кепку мерил. Пока все мерили кросс, это сразу кепку схватил, но только на видео смонтировали. Ну, вам что, реально, типа, интересно, что я в Рибоке взял? Ну, взял шмоток себе каких-то, типа, и все. Блин, с кем ты батлишь? С тобой. С тобой батлю. Как тебе Сидорем? Не нравится абсолютно. И с такими, как сказать... возможностями, типа, ну, как бы, вроде шарит за технику, я не знаю, можно делать нормальные треки, а что-то делать какую-то непонятную хрень. Как к баскету относишься? Как, ну, типа, пиздатый вид спорта, да. Ты уже знаешь, с кем буду батлить? Будешь батлить? Да, со всеми из команды Smokey Mo. Хаски нравится? Да, Хаски крутой. С кем батлился, с кем после браки батлился, не скажу. Хабиб или Конор? Блять, Хабиб. Футбол смотрел, не смотрел. Микс въебал про Грина. Блять, когда я его въебу-то?
Не буду я его въебывать, нормальный тип. С кем-то во втором батле батлился. Не скажу ничего, ничего, я вам не скажу. Сука, бля! Вот. Это из меня вырывается, короче. Так что простите. The Game. Бля, он вообще в игре еще. The Game. В игре. Еще. После ФБ будешь батлить или завяжешь? Конечно, буду. Но это будет только либо из спортивного интереса, то есть, ну, либо это будет на обосновано каким-нибудь бифом. Как общение с Джоном после батла? Мы корешимся. Будешь на БМ-фесте? Надеюсь, что залечу, да. Как тебе Кровосток? Охуенно, блядь. Глупый вопрос. Ты что, биполярочка болеешь? Есть такое. Смотрел Огил Дизвилс? Да, смотрел. Как ты оцениваешь свои шансы на батлы под биты? Ну, разъебу, по крайней мере, всех, кого я знаю. Чем интересуешься помимо рэпа? Бля, а чё мне реально интересно-то помимо рэпа? Ну, кстати, я, типа, не знаю, я вообще по музыке угораю. Ну, то есть, там, не только в рэпе дело. Кукиш или Мэтт Соул, не знаю про кого-то. На ТВ пошел, на ТВ бы пошел, смотря куда. Как тебе батл дизвился с Огилом? Блять, ну вот тут странная хуйня, короче, понимаете? Батл дизвился с Огилом, это... Тот факт, что Огил, есть Огил, супер техничный, в образе, хуярит, ебашит, убивает оппонентов. Но Дизвилсу стоило вот так вот, вот сделать выше, чем от него ожидали, и все, как бы, он победитель. Но я бы отдал бы голос Огилу. Будешь на РБЛ батлить после ФБ, посмотрим с кем, когда, типа, как думаешь, что в полуфинал пойдет? Не могу сейчас ставить. Общаешься с командой Смокимо? Да, с некоторыми чуваками мы общаемся. Нравится футбол? Нет, нравится Галат или Эрнеста? Не знаю. Рэп, лол, аниме. Да, Соф, все именно верно. Именно верно. Блять, я тупой, понимаете, нахуй? Вы меня смущаете, пацаны. Это мерч Рудбоя? Да, это мерч Рудбоя. Книги читаешь? Какие твои любимые, если таковые имеются? Последнее время, короче, я завязал с книгами, но мне вообще нравится, типа, блин, ну Джек Лондон, то есть, всю ту, как сказать, американскую культуру, которая как только заражалась, все это вот индейцы, вот вся эта хуйня, очень интересный чувак описывает. Ну, типа, ну, именно рассказы, я не знаю, я не читал, по-моему, ни одного у него романа, типа, ну, рассказы дохуя проглотил. Видел камбэк Джонни Боя? Если видел, то как тебе, кстати, привет из Латвии, Латвия, салют. Камбэк Джонни Боя, что-то так пролистал крипос, увидел картинку, сделал мем и все. Огил сказал, что гнойному ебало разобьет. Молодец. Микси, ты крут, один из моих фаворитов на Fresh Blood. Спасибо, бро. Ты чем-то дизастер напоминаешь, вообще ты читаешь как черный, охуенно. Кстати, ну бля, чуваки, есть пару таких моментов, которые, типа, может быть, меня сподвигли на какие-то фишечки, которые выдавал на батле, ну, то есть от дизастера именно, но я далеко вдохновляюсь не им, то есть там Шотти Хор, я не знаю, типа... Ну, много вообще есть TMC, типа, помимо дизастера, который пиздато батлит и которыми можно вдохновляться. Вот. Знаешь, что такое гоу-килла? Да, знаю. Ты понимаешь, что если будешь на RBL батла, ты на версию больше не будешь. Схуяли. Ты не разобрал образ Браги, а он твой разобрал. Кого он там разобрал? Нахую попрыгал, ебать. Что, рассказал какую-то историю про мошонку дизастера? Хуй знает. Кто лучше на 140 BPM? Не нравится мне ваш 140 BPM, пацаны.
В школе пизды получал, креш получал, блядь. Все получали пизды, блядь. В новом батле будут новые фишечки? Будут, стопудово. Свитшот из NTU. Это не свитшот, это футболка. Слушаешь музыку Lil Zen? Нет, не слушаю. Кого бы ты хотел как ментора вместо наших? Да, бля, я не знаю. Морской волк. Хорошо, будет время, абсолютно без проблем. Сяду за книги, но сейчас, блядь, что-то не получается, ребят. Сектор против Огел на РБЛ. Твои прогнозы, блядь, пары на Лигу Ван РБЛовские. Это просто пиздец, пацаны. Типа, там, по-моему, пары три, на которые... Короче, я в любом случае, надо будет списаться за Б. За Б, если ты меня видишь, я хочу попасть на Лигу Ван, посмотреть на это дерьмо, как вы это делаете, вот. Что я ставлю на Огел Дизвилс? Ой, тьфу ты, Сектор. Это будет в любом случае охуенный батл. Но я думаю, что Огил провел работу над ошибками и выдаст то, чего от него точно не ожидают. Так же, как и Сектор после его появления на Фрешбладе. Он, наверное, заряжен сейчас показать всем, что посмотрите, пацаны, кого вы потеряли. Поэтому я даже не знаю. Я думаю, 50 на 50. Не могу сейчас. Просто хочу увидеть это. Электроника нравится? Какая электроника? Будешь как дизастер бить ебало на батле? Ну, блять, я не знаю. В каких ситуациях можно вообще на батле в ебало залезть? Если... Ну, блять, я не знаю, что должно произойти, чтобы, да, ну, типа... Вообще стрёмно, когда, типа, ты, типа, рэпер, и рэп тебя задевает. То есть, ну, хуй знает. Если что-то лишнее прям себе позволит, то, блять, я не знаю. Уровень английского позволяет смотреть западные батлы без субтитров? Нет, мой английский на прям low fire. Покажи вид с балкона. Показал. С кем бы ты хотел комплиментарный батл? Не знаю, не хочу комплиментарный батл. Не нравится мне это. Привет тебе, Стомская, третья общага. Воу, третья общага, салют. Как к Рикеф относишься? Рикеф охуенный тип. Мне не нравится его музло, но мне нравится, как он батлит. Ну, блядь, Рикеф крутой. Текст готов? Какой текст? Что в России хотел бы изменить? С кем батлил на втором раунде уже? Поедешь в Америку? Конечно, поеду. Объясни систему полуфинала и финала. Скоро все, сами все узнаете. Будет отдельный видос по этому поводу, насколько мне известно. Вот поэтому не могу пока ничего говорить. Лучше бы Гнойного вместо Смоки взяли. Нет, не лучше. Как твои родные относятся к тому, что ты участвуешь в батлах? Не все мои родные знают, что я участвую в батлах. Как относишься к Бамблбизи? Мне не нравится его рэп. Топлю за вас, Динас, там, тащи, мэн, стопудово затащим. Как тебе Гнойный? Не нравится мне Гнойный ваш. Смешной тип, типа, блядь, вот, смешной. РБЛ для даунов, как это можно смотреть? Ну, наверное, хуйню какую-то ты несешь, пацан. Первые три трека в твоем плейлисте. Привет из Красноярска. Первые три трека в моем плейлисте. По-моему, там сейчас висит Faded с дизастером. Висит что-то с тестинга. Praise the Lord, по-моему. И... Блядь, ну что-то вот такое. Помнишь, что такое Сява? Да, помню. А что насчет Призрака и Эль Лока? Понимаю, что по Призраку сложно что-то говорить, но все же... О, кстати, бля, будет же батл Призрака и Эль Лока. Вот это, наверное, будет прикольно. Я, короче, смотрел, короче... Алло, мы здесь, да? Я смотрел, короче, Эль Лока с ПМом. Вот, мне он не совсем понравился. От Призрака не знаю, чего ждать. Салам, бро, из Бурятии. Салам, Бурятия. А вообще ты вроде как респектуешь Огилу, тогда был ли смысл вызывать его на батл, лучше бы замутил совместку.
Это чисто спортивный интерес. Какой самый опасный противник в Смоки Мо? Я уже говорил, двух опасных противников команды Смоки Мо на данный момент для меня. Да, я в СПБ. Откуда футболка, браслеты? Из магазина. Респект из Тольятти, привет, Тольятти. Что тебя вдохновляет, что наполняет? Ну, типа, блядь, особого вдохновения на батл не нужно, потому что как бы у тебя есть просто противник, у тебя есть мысль разъебать его, и этого абсолютно достаточно. На битах будешь падлить? Надеюсь, что да, буду. С кем бы хотел фит из западных рэперов? Много с кем. Где моя тачка, Микси? Купишь импала, да, куплю. Лол, это было очень угарно, тот самый Микси комплиментарном батле. Ну, мне не нравится этот формат просто, не знаю. Почему у батлеров не получается в музыку? Тот же Рики, например, единственный слушабельные треки у Хоса, да, блядь. Треки Хоса, чувак, блядь. Интересно было узнать тебя вне батла, ты крутой. Спасибо. Как в школе учился? До 4 класса я был отличником. В 5 были, пошли первые тройки, по-моему, или 6-м ли. Короче, я помню, что я пиздец расстроился, когда получил первую тройку, это было хуёво. Сколько бы тебе не было басот, ты все равно малолетка. Топ-панч, просто пойду запишу. Как к Тони Рауту относишься, не слышал ни разу. А, ну, по-моему, слышал, но давно-давно, не знаю. Как тебе Браги? Браги, как батлер, не очень нравится. Но есть момент. Нравится Орел, привет из Одессы. Орел, ну, блядь, не особо читал. Как-то, ну... Я, понимаете, я, типа, ну... Не тот чувак, с кем можно поговорить о книгах. Я читаю книжки, но, блядь. ФБ 4 закончился, да, закончился. Я взял в сезон, выиграл миллион, раздал его пацанам. И теперь сижу, ем дошираки дома. Твой любимый трек Кокси. Бля, пибалярочка, пиздатый трек. У кого ЧСВ больше, у Смоки Мо или у Окси? Нет, у кого нет, ни у кого ЧСВ есть, просто плановый образ. Какое будущее у батл рэпа в России? Мы делаем будущее батл рэпа в России прямо сейчас. Ливерпуль или Манчестер? Я... Заебали меня с футболом, блять, как же это... Как тебе МЦ всех МЦ, хуёвый? Как пишешь текст на батл? Сажусь и пишу. Что, по-твоему, подача? Чувак. Какой у тебя телефон? Бля, Микси, только ради тебя смотрю Фрешблад. Спасибо большое. Это... Ой, сердце-то тут, лол. Есть страх облажаться или не справиться? Нет. Такого страха точно нет. Малы, а нет чувств, что ты зажрался для общего интереса? Кого, блядь? Чего нахуй? Как Гостмейн. Не слушал Гостмейна. Читайте текст Мирон до батла. Нам Мирон все батлы пишет. Здорово. Доволен своим выступлением последним? Единственный момент, чем я недоволен, то, что я пиздец волновался, прям как на отборах. Вот, с этим нужно справляться. И, а так, в купе, да, свободен. Ой, ты свободен, нахуй. Увидел флаг Украины и сказал, слава, свободен, нахуй. Доволен. Ты рад, что ты в команде у Окси? Что было бы, если ты был в команде у Смоки Мо? Да, конечно, блядь, я рад, что я в команде у Окси. И... Наверное, я был бы рад, если бы я был в команде Смоки Мо в любом случае. Первый или второй микстейп Мирона? Первый. Кого смотришь на Ютубе? Не смотрю никого на Ютубе. Тебя не разряжает формат реалити-шоу на ФБ? Это интересная хуйня. Ну, блядь, поймите, чуваки, что вам дают возможность
абсолютно максимально прозрачно, максимально глубоко залезть в формат фрешблада, посмотреть, что как делается, и типа, блядь, это же реально круто, то есть все трушно, никакой постановы, мы делаем это прямо сейчас, и вы должны ценить это дерьмо, понимаете? Где берешь вдохновение для текстов? Бля, вот у меня недавно я хорошо зазнакомился с одной девушкой, и, блядь, так она меня вдохновила, пацаны. Я, типа, не знаю, это любовь. Панч про шнурки пиздатые. Единственный хороший панч с моего отбора. Ну, там еще были один, по-моему. Верим, что возьмешь ФБ. Да, я тоже в это верю. Назови любимых батлеров западного и русского. Я не могу назвать, типа, любимого, хотя, ну, блядь. Шоди Хонор давай пусть будет. А в России? Не знаю, не могу. Не могу сейчас ничего сказать. Много бы кого хотел забатлить. Ответил уже на моих два вопроса. Спасибо, что не игроешь. Пытаюсь всем ответить. Как относишься к Путину? К Путлеру нормально отношусь. Послушай, Гостмейн обязательно серьезно, ты должен заценить, это крутой чувак, хорошо будет время. Был панч про Angry Birds, у кого-то был, да. Надеюсь, что ты не забыл текст на втором раунде, просто для того образа это было бы очень странно. Нет, не забыл. Смотрел лайв Палмдропова, поздравляю. Чья-то тень ходит тут, друг. Чье выступление из твоей команды тебе больше понравилось? На первом раунде Динас, наверное, больше всех мне удивил. С кем из команды лучше всего сошелся? Со всеми пиздато общаемся. Как тебе хаски, заебали спрашивать? Отвечал уже, пацаны, ну серьезно. Есть план на создание музыки? Да, говорил уже, что готовится EP. С кем бы из топ русских MC забатлил? Пойдешь на РБЛ, басышь себе и блед. Ты до Версуса батлил? Нет, ни разу не батлил. Каким образом учишь текст? Он как-то сам запоминается. Каких персонажей не хватает на батлах? Уже всех хватает нахуй. Макс, сохрани эфир, пожалуйста. Лучший батл MC в России? Не могу сказать. К политике никак не отношусь. Кричалку новую не придумывали и не будем. Иди поспи, если ты устал, мы поем. Есть треки, кроме Скенка и Импалы? Нет, нету, но скоро будут. За Б в небатловой движухе нормально общаетесь? Да, нормально общаемся. Когда будет следующий рэп-баттл с твоим участием? Скоро. Готов ли ты забатлить? Я бы с тобой ёбнул, можно у нас на площадке. На какой площадке? Ты куришь? Да, курю. Что с Оксимироном списываешься? Каждый день пишу ему, желаю спокойной ночи. Как он мне? Настолько нравишься, что во втором часу не смотрю твой эфир. Спасибо большое. Как ноешься к парагрин? Да, блядь, пацаны, я же говорил уже. Умеешь битбоксить? Нет, не умею. В Бурятию не возвращайся, тут ничего нового. В Бурятию вернусь стопудово. Помнишь, что я смотрели 12 человек? Да, блядь, сегодня их 200 уже, пацаны. Это просто пиздец. Площадка ноунеймовского, но уровень так неплох. Deep Xense охуенен. Не, вот попытался посмотреть даже последний батл Deep Xense. Но как можно по 15 минут, блять, раунды писать? Это просто ебануться вообще. Во-первых, почему, ну, нельзя понять, что это реально заебывает? Не смог досмотреть. Много знал, крутой. Тебя на улицах узнают, меня узнают на улицах. Улицы знают меня, меня узнают улицы. Молодец, сразу видно, что ты простой парень и ничуть не зажирался. Стараешься все комменты отвечать, даже при том, что очень много одинаковых. Да, я про это говорю. ФБ – это один из самых достойных батлеров, так держать нравится твоя подача. Спасибо. Любишь русскую музыку или больше предпочтения даешь западные? Западный, да, все-таки. Ну, бля, есть в России хорошая музыка. Именно музыка есть в России хорошая, которую я слушаю. Общаешься с Окси с повседневной жизни, как там по кричалке кто-нибудь без запинки сказал, уже говорил об этом.
Смотришь стримы за Б, согласен с его мнением про ваши батлы. Не всегда. Ну, типа, блядь, понятно, что типа на стримах за Б это другой человек, но типа порой он дельные вещи говорит, если серьезно к этому относится. Сколько ты по времени батлы пишешь? По-разному, чуваки, по-разному. Как тебе музыка басты? Ну, блядь, поп-рэп. Мутанг, АУЕ. Рок-н-ролл, не люблю рок-н-ролл. Бля, чувак, кто, кто будет следующий на батле против тебя? Все будут, пацаны, все будут. Вас Яныч закидал умными словами. Какими? Как тебе Маркул? В музыке, типа? Ну, блядь. Есть прикольные там треки. Ну, типа такой, ну, видно, что от души делает чувак, типа, респектос. Сука, ответь на мой вопрос, выступил бы на кроссовере против слова СПБ? Смотря с кем. Что из рока слушаешь? Давай по группам, если можно. Из рока? Да, бля, я не особо, типа, сейчас рок слушаю, ну, типа, какие-нибудь там олдовые альбомы Слепкнота, там, ну, первый, второй. Не знаю, вообще любил такой, типа, new metal, там, постхак в одно время слушал. Вот, ну, не знаю, там, Интер Шикари, прикольно. Да, бля, много есть прикольно, там, Slayer пиздата. Как относишься к кизяке? Что за кизяка? Эфир скоро закончится. Я думаю, уже, да, все, пора закругляться. Давайте, отвечая на 10 вопросов, ребят. Ладно, давайте 15 вопросов, и я ухожу. Что такое скенг? Скенг — это пушка. Ну, можно еще как ганфингер, типа, пау-пау. Второй ивент горячий был мега горячий. Микси, я верю, что ты разъебешь. Читаешь книги? Ладно, не буду читать за вопросом. Вилкой в глаз или в жопу раз. Во Владимир на Дерек Пандропову поедешь, уже собираюсь. Будешь на следующем стриме бухать с Пандроповым, не знаю. Как относишься к возможности кроссовера versus РБЛ? Я за. У Мирона больше батл нравится или музыка? Да как-то и там есть пиздата. Знаешь, MC18? Нет, не знаю. Здорово, Микси, здорово. Ты в жизни такой же, как на батлах. Сам видишь, какой я в жизни. Трек Скенг прикольный, спасибо. Курица или кактус? Кого, блядь? С кем бы в финале хотел сразиться? Есть кому-то личная неприязнь из второй команды? Я не знаю, с кем я буду в финале. Это абсолютно непредсказуемая хуйня, чуваки. Так что тут типа... Сколько тебе лет, говорил уже, будешь у Владимира, пиши, хорошо, напишу. С кем бы хотел фитнануть, глупый вопрос. О, Маш, привет. Как к Грим Парку относишься, удачи на ФБ, спасибо за эфир. Грим Парк, ну, Муфаса, там что-то есть прикольное, Сифо прикольный, много прикольных чуваков. Когда EP скоро, скучаешь по Селенгенску? Да, скучаю. Микси, бро, ты куришь траву? Да. Микси, когда будем кальян курить? К Дуду пойдешь? Пойдешь к Дуду? Нет. Да. Прыщ. Микси, го в Краснодар. Хорошо, когда батл? Скоро батл. Ну все, ребят, короче, заканчивается у нас наш эфир. Надеюсь, мы нормально поговорили. Через минутку он уже сам закончится, но я думаю, пора попрощаться. Так что, ребят, всем респект, спасибо, что зашли, послушали, посмотрели, пообщались. Буду стараться не выходить часто в эфиры, потому что эта хуйня заебывает со временем, но буду пытаться, типа, тематически определять. Сегодня вот поговорили про первый раунд, надеюсь, следующий эфир будет, ну, тоже посвящен какому-нибудь событию. Так что все, ребят, всех люблю, спасибо, что вы есть, следите за батлами, мы будем делать нереальное дерьмо, мы будем делать охуевший уровень, мы покажем вам, как это нужно делать. Так что все, всем спасибо, всем респект. Пока, ребят. Брат.
перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.